И в заключении о судьбе армян Карабаха. На встрече в Праге также было обмен мнением на этот вопрос. Наша позиция, она ясна, четкая. Карабах – это Азербайджан. Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана. Мы ни с одной страной не собираемся обсуждать свои внутренние вопросы. И, насколько я понял по итогам встречи в Праге, эта тема не вызывала никаких разночтений между всеми участниками четырехсторонней встречи. Спасибо за внимание. Я считал необходимым проинформировать коллег в связи с тем, что происходило, поскольку циркулируют разные версии. Я очень хотел бы, чтобы вы слышали от меня нашу версию и единственную верную версию. Спасибо.